мостика или ладушки? Чё, а ладушки сейчас шумно будут, ладушки. Ой, блин. Знаешь как? Не хлопаем, а еле да. Может, может, да. Как будто обжигается. Пальчик. Меньше, самое главное не сказать, да ладно, и так сойдет, заебись, все. Вот это не сделать, надо, чтобы все четко. Ты же видишь, да, ну, нюансы, которые надо делать. Да это не здесь надо это делать, вот по факту. Это обшарпанная стена, светящийся фонарь в углу, который светит. Это не здесь это делать. И вам надо тише делать. Да, позже, позже. С присядочкой, с присядочкой, с присядочкой. Боже, боже. Косяки тут во всем. Косяки, да. Не только в этом. Просто чтобы не выглядит, ну, нелепый, а липовато. Не, если сейчас мы не отснимем, то уже больше не будем снимать. То снимаем, то, да, последний выкидываешь. Такая зрата. Каналу точки отрыва. Пламени привет! Выкрутиться всем, да, вместе. С пламени приветом из города Покровска, Саратовска. Со всех сторон. Давайте. Не, сидеть не сидеть, давайте что-то другое. Сидеть. Мы сейчас не снимем, мы реально не снимем. Это все, садитесь, все. Импровизация, она тут ни к чему. Автофокус в статичном положении. Сейчас я сюда встану. Я сделаю вот так. Я вот так сделаю. Я тоже хочу, блин. Вы не понимаете, что вот смотри, вот это ты сделал, выкинул 5 секунд. Ты у них забрал 5 секунд. Да, уже не успеем. У них забрал 5 секунд, потому что твоя речь, 34 секунды. У них по факту 25 раньше. Послушайте мое видение вот этого всего. Вот все твои движения, все твои слова, твоя подача, стих занимает их не время. Я буду быстро. У них 25 секунд. Я знаю, я буду быстро. Я меньше 3 секунды. Вы встаньте или сядьте, не выходите из этого. Да, сядьте, мы все готовы. Все готовы. Продолжаем. Включай. Продолжаем наслаждаться. Да. Все, молча вы сидите, готовите. Раз. Два, три. Телеканал «Точка отрыва» и Сергею Будику пламенный привет из города Покровска Саратовского края. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пара ли нам разгуляться? Русь молодая, сердце немедля, дайте коня на голову пять! Все. Это 20 секунд. Вот здесь было 20 секунд. Хочется подобрать. Сергей Будюк, канал «Точка отрыва» и памятный приезд из города Покровска Саратовского края. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пара ли нам разгуляться?
А что, надо больше репетировать. Надо много репетировать. Ну что, мать ты все отпустила? Почему? Даже очень хорошо. Выглядите четко. Ты в другой, я офигел вообще. Предыдущая, которая была, да? Не было. Для сравнения. Зато скорость какая у парней. Это было не. Зато скорость какая, да, смотри. Пришлось здесь делать, блин. Сейчас же нужно идти уже. Я уже привык. Хотя тоже веселый такой. Да? Латино. Че, Денис, на твою сам совесть выбирай, смотри. Если в интернет закинешь все на YouTube, хотя бы как эти, первый, второй там дубль, то хорошо. Сам выбирай, который в Инстаграм, закинешь сам по своему. Да какой, я не знаю. Сам же сказал предыдущий. Предыдущий, да? Ну, как я и... Который мы хотели сказать. Как я пророчил, да, до этого. Наверное, тогда вот так вот. Если, конечно... Скорее всего, да. Потому что если, наверное, не да, то надо сейчас от вас решать. Если, допустим, последние, которые... Если кто-то за последние, давайте думать. Я просто вижу, что у нас как бы здесь мнения разделятся сейчас, потому что кто-то за последние, наверное. Мне кажется, какой-нибудь одно из самых первых там было удачное. Которое, смотри, которое ты сам думаешь. Не последнее, вот так вот. Предпоследнее, да? Не последнее, я думаю. Не последнее. Ну, не последнее, да. А все остальное, смотри, какой ты там это. Там в плане закончить, обрезать там, либо как-то вот концовочку немножко, минуту, чтобы уложить. Но могу сказать, что опыт веселый. Он как половое бессилие приходит с годами. Все положили. Ложки, шмошки. Ложки я положил. Это смешно сказал. Так, плетки тоже, да, все слова? Плетки, шмятки. Проверим еще раз. Голову на место поставили. Все хорошо. Голова на месте. Голова на месте. Парни, завтра четверг. Могу сказать так. Такой интересной есть тема, что, возможно, поездка в Москву отменится. Но я даже не сомневался, что такое может быть. Амбиции прут, и страхи, и денег не хватает. Там вообще трандец. Поэтому. Но при всем при этом, храм Христа Спасителя никуда не денется. Может, Москва в виде Будюка сама к нам приедет. Так. Раз. Бадючок! Красавчик! Бадюк! Бадюк! Бадючок, Сережка.